Получить сейчас, заплатить потом. Треть россиян не хотят откладывать приобретение нужных им вещей и готовы воспользоваться кредитом для совершения крупных покупок. Таковы результаты недавнего всероссийского опроса Фонда общественное мнение. Какие плюсы несет в себе подобный подход, журналистам ОТС рассказали специалисты банковской сферы. Крупные покупки в кредит удобны с нескольких позиций. Во-первых, нет необходимости ждать, чтобы накопить нужную сумму. Это особенно актуально в случае с распродажами, горячими турами и в других случаях, когда время не терпит. Во-вторых, кредит позволяет отдавать не всю сумму сразу, а дробить ее на равные части, которые выплачивать значительно легче. Кроме того, банки также проводят акции для своих клиентов. Например, дни продаж, когда в офисах помимо стандартных предложений можно получить дополнительные преимущества. 17-18 октября в наших отделениях пройдет день продаж. Все наши клиенты смогут воспользоваться специальным предложением и оформить кредит, который рассчитан на крупные покупки. Его размер достигает 500 тысяч рублей. Но главная его особенность – фиксированная ставка, которая составляет всего 10,5% годовых при любой сумме кредита. Возможность позволить себе давно желанную вещь нельзя упускать. Тем более, когда есть шанс получить ее на приятных условиях. Ближайшая такая возможность будет 17 и 18 октября в банке «Восточный».